двора проходит в микрорайоне «Дружба». В самом деле получается очень символично, ведь такой праздник означает товарищество и добрососедство. У физкультурно-оздоровительного комплекса оживленная дискотека. Ноги сами пускаются в пляс как у детей, так и у взрослых. Мытищинцы с нетерпением ждали этого праздника, особенно в микрорайоне с таким названием. Мы вообще за то, чтобы нам постоянно бы побольше таких праздников проводили. Так это здорово, весело. Дети собираются. Очень у нас много таких людей, которые за это все отвечают. Вот просто классно. Им очень большое спасибо. Дети, как самые активные участники торжества, тоже не скрывают эмоций, ведь для них День двора – возможность весело провести время со сверстниками, поучаствовать в мастер-классах, а еще познакомиться с другими ребятами из соседних домов. Мне очень нравится праздник этот, он очень хороший и веселый. Я вас прошу, делайте постоянно такие праздники, чтобы дети веселились, прыгали и играли. Помимо веселых конкурсов и танцев, на Дне двора есть традиция – отмечать активных жителей грамотами и благодарностями за вклад в развитие микрорайона. Среди них – Галина Подлесных. Под ее руководством на Дружбе организовывают праздники и спектакли для детей, а также изготавливают изделия для солдат на передовую. У нас в храме Никольском на Дружбе мы организовались и изготавливаем там тактические носилки, сети, шьем тактические одеяла антидронные. И приглашаем всех дружбинцев принять активное участие в этой работе. День двора помогает укрепить отношения среди соседей. Однако, кажется, жители Дружбы в этом и не нуждаются. Они – большая семья. Насколько дружные, насколько веселые жители живут в этом микрорайоне. И наш проект «Выходи во двор», он объединяет людей. Мне кажется, вас не надо объединять, вы и так все здесь объединены. Каждый житель может внести предложение по организации такого праздника в своем дворе. Для этого необходимо лишь уточнить место и дату. Со всем остальным вам помогут. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Мытищинский. Жизни города. Ведь на Руси люди всегда славились обычаем добрососедства. И хочется, чтобы это... добрая традиция никогда не уходила из жизни, ведь это прекрасно. Председатель, первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Сергеевна Иванова. Доброе утро, дорогие дружбинцы. Наверное, название микрорайона говорит само за себя. Микрорайон «Дружба». Мы с вами встречались очень активно, наверное, это было 2 года назад, когда мы отмечали столетие. И мы тогда увидели, насколько дружные, насколько веселые жители живут в этом микрорайоне. И наш проект «Выходи во двор», он объединяет людей. Мне кажется, вас не надо объединять, вы так все здесь объединенные. У вас тут Лосиный остров, кабаны, счастье, вот все, что есть замечательно, этот стадион. Поэтому здесь объединяться не надо. Я... хочу сказать, что вот этот замечательный праздник сегодня устроила вам наша центральная библиотечная система. Настя сегодня у нас руководитель здесь. Сегодня целый день будут с вами, у вас будет много активностей, спортивных мероприятий. Наше управление по спорту тоже сегодня присутствует. Карен, наше учреждение спорта тоже здесь сегодня с вами. Будут создавать вам хорошее настроение. А я вижу, что у ребят уже хорошее настроение, правда? Нет, плохое, они кашу не ели. Настроение хорошее? Вот теперь хорошее. А у родителей кто кофе-то не пил с утра? Понятно. А у родителей настроение-то хорошее? Нет, родители плохо говорят. Родители настроение хорошее? Все, теперь у всех настроение отличное. Поэтому хорошего праздника, погода великолепная, хорошего настроения, спортивных достижений, новых знакомств, новых дружбинцев, счастья, удачи, здоровья и веселья огромного. С праздником! Благодарю вас, Людмила Сергеевна, и просим начать торжественную церемонию награждения. Да, у нас, конечно, я забыл сказать, у нас есть самые активные, самые, наверное, такие вот, прям вот дружбинцы-дружбинцы. Поэтому мы сегодня их награждаем. Говорим им огромное спасибо за их активную жизненную позицию.
благодарностью главы городского округа Мытищи за многолетнюю активную общественную работу. И в связи с празднованием Дня двора награждаются Егорушкин Олег Игоревич. Фотографии на память. Молодой человек, не отходите, пожалуйста. Подлесных Галина Алексеевна. Шамкова Марина Васильевна. За многолетнюю активную общественную работу и в связи с празднованием Дня двора награждаются Евдощук Анна Лукинишна. С вашего разрешения, дорогие друзья, и молодые, и старшие, и дедушки, и бабушки, и прабабушки тоже, попрошу вас у всех разрешения поклониться моим покойным родителям, что меня и моих братьев и сестер многодетной семьи заставляли трудиться с самого сызмальства, не ленились. И еще хочу добавить. Хотелось бы дружбинцы хорошие, дружные, и все. Но сильно много матерятся. Пожалуйста, будьте добры, родители. Стоит родитель 6-летнего ребенка и ругается при ребенке разговор. Давайте мы их поздравим с праздником всех. Всех с праздником. Мы приглашаем, останьтесь, пожалуйста, для общей фотографии, Рыбкину Татьяну Николаевну. Панину Марину Владимировну. Дорогие друзья, давайте сделаем на фоне такого красивого баннера, давайте сделаем общую фотографию на память, ведь у нас сегодня праздник, День двора. Качается, пугает, старается.
Yeah.